Добрый день! Приветствуем вас на стенде фабрики «Росигрушка». В этом году мы участвуем в Московском международном салоне образования и готовы рассказать вам о нашей продукции. Основная продукция фабрики «Росигрушка» ориентирована на детские сады и другие детские дошкольные организации и представлена несколькими категориями. Это новая система хранения «Игротека», которая включает в себя стеллажи и системы хранения для игровых материалов. Это детская мебель, столы, стулья, кровати, полки для оснащения групп и игровой материал, который подразделяется по возрастной адресованности и игровым центрам ДО. Сегодня игровой материал в детских садах подразделяется на центр развивающей среды. Игровой материал фабрики «Росигрушка» также представлен в нескольких центрах. Давайте рассмотрим центр творчества. К нему относятся игровые материалы, которые помогают развивать творческий потенциал воспитанников, стимулируют воображение и фантазию. Сюда относятся материалы для рисования и для спектаклей кукольного театра. Отдельно хотелось бы выделить крупногабаритный конструктор «Мультистрой», который представлен в нескольких цветах и обеспечивает полноценную игровую зону для дошкольников, если приобретать большой комплект деталей. Из такого конструктора можно построить дом, собаку, большие цветы и полностью организовать зону конструирования для воспитанников всех возрастных групп. Центр двигательной активности представлен инвентарем для спортивных занятий, также подразделяется на возрастную адресованность и включает в себя кольцебросы, мячи и другой спортивный инвентарь. Игровой модуль «Слесарная мастерская» представлен из натурального материала, это массив березы, и комплектуется крупногабаритным конструктором «Мультикрути», что позволяет организовать зону для творческих и технических занятий дошкольников, которая помогает развивать мелкую моторику рук, воображение и объемно-пространственное мышление. Игровой модуль «Магазин» помогает организовать зону для ролевых игр дошкольников и включает в себя основу прилавок, кассовый аппарат, весы и продукты для игры. Центр воды и песка относится к центру сенсорного развития и помогает организовать в детском саду зону для занятий с песком, водой и другими природными материалами, независимо от сезона. Игровой мультистол также относится к центру сенсорного развития и позволяет организовать в группе занятия с природными материалами. Комплекс оснащен песочницей, кинетическим или кварцевым песком, формочками и инструментами для игры. Центр речевого развития включает в себя материалы для развития речи и словарного запаса дошкольников. Игровые материалы для ясельных групп включают в себя автомобили, пирамиды, кубики и другие игрушки для развития мелкой моторики и воображения дошкольников. Универсальный стенд для детских садов помогает в организации развивающих занятий и тематических выставок в группе. Центр математики представлен игровыми материалами для развития логического мышления и навыков устного счета. Центр конструирования включает в себя детали различных форм и размеров, а также игровые столы и панно для коллективных занятий. Мы рекомендуем наклонные стеллажи для оснащения центра конструирования. Это помогает обеспечить сохранность деталей и наглядность игрового оборудования. Центр музыки включает в себя специально адаптированные для дошкольников музыкальные инструменты, которые помогают в развитии музыкального слуха и чувства ритма. Хотим познакомить вас с техническими особенностями системы хранения «Игротека». Основа системы хранения – стеллажи, которые представлены в двух вариантах ширины и в трех вариантах высоты. Что характерно, верхняя часть стеллажей может также использоваться для размещения игрового материала. Стеллажи оснащены пазами для размещения контейнеров, разработанных специально для них. Крышка разработана специально для системы хранения и помогает с легкостью поместить контейнер в стеллаж. Контейнеры представлены в трех вариантах высоты, помогают хранить мелкие детали и крупногабаритные игровые материалы. Игровые стеллажи комплектуются между собой и помогают организовать игровые центры в детских дошкольных организациях. Представлены элементы островных и угловых стеллажей, позволяющие составить композицию. Игровой материал можно доставать с двух сторон.
Мьюджи.